body last match. Go get one now. Oh, let's go. I'll let you guys figure out what you want to do. You guys want to split down the middle? Half go this way, half go that way? Здесь зарезали? Да. Сколько они взяли за ринг? $50 за все. 50. За игру, за вариант. Да ладно. Это за сколько часов? С 12 до 5 можешь играть. Ну и шары, все включено. За полтинник? Да. Норм? They paid like 50 bucks. From 12 to... С 12 до 5, да? Да. From 12 to 5. Fuck's sake. So we paid like what, 8 bucks less just for the game? Yeah, no, I got a gun. We paid 42. А вы сколько платили? You got it. I found it. Мы получили дискаунт, потому что мы 5 человек. Мы вместе, когда пришли, сказали, типа, нас пятеро, будет дискаунт. Что мы на сайте прочитали. Дискаунт, я сказал, 5 people. Окей. Let's go to right corner. Ну, здесь пройти вообще нереально. А, мы здесь уже, да, были. Давай сюда, наверное. I shot you here. I didn't feel anything. I'm gonna play a topic, I wanna help it. Там до городов приехали, вот 300 человек. Я когда в Россию приехал,
1000 с одной стороны, полторы с другой. Еще и танки едут. Я говорю, о, нормально. Там именно военные действия, блядь. Ну, там еще мало того, они вот когда мы были... Раз в год, да, проходит? Это раз в год, да, она проходит на полигоне Таманской дивизии. Там, короче, прикол в том, что они еще ставят сюда солдат, которые с калашами, с холостыми. То есть они для создания антуража, понимаешь? Я понял. Идут вот... Атмосфера. Вот там, знаешь, как сказать, с одной стороны, это интересно, с другой стороны, это интересно со стороны смотреть. Они даже вертолет положили. V8, он садился возле нашего лагеря, понимаешь, все время. И такие летчики еще стояли, в зубах ковырялись. Я говорю, нас прокатите, они такие, вон там мастер, иди, мы с учебой договариваемся. Мы говорим, кого угодно, нам послушаем брать, понимаешь. Так он же еще военный летчик, V8. Он там поднимается, такой над нами, вот в таком вот положении вертолет. Ну нахрен. Но в этом засада другая была. Никто не хотел играть на полигоне, потому что после танков, там с танка спрыгнешь, по колено, и все. Болото, да? Оно все растопчено, там танковый полигон, то есть как бы. И поэтому все в основном бегали, знаешь, вокруг лагерей, потому что невозможно было иначе. Там... Или на танке катались от одного лагеря к другому, потому что там просто иначе. Потом с операцию по спасению идиота. Давай телефонами обвиняемся, потому что я не уверен, что это... Ты ж поедешь на игру, которая вот отдельная будет? Да. Да? Ты успеешь купить все себе? Ты с ними общался, да, с этими ребятами? Да. Вот надо... А у них что там, форум, чат что-то есть? Надо найти командный форум. На самом деле, вот на командном форуме они нас добавят, если это удобно. Ну, надо с ним поговорить, потому что я с ними так же общался, как вот с вами. Не, ну он сказал, не вопрос, он говорит, давайте. Ну, то есть ждем нормальную погоду, и я потом... Да, да, да. Ну, я единственное, я буду уезжать несколько выходных, я только второй половине апреля смогу. Я думаю, что раньше апреля нормальной погоды и не станет. И пока мы все закажем, там же нет рентов, понимаешь, куда не интересно ехать. Да, да. Не, ну я, смотри, я, например, мы можем сказать, что мы будем использовать, потому что мы используем и тренинг. Все будем одевать, то есть под это. Я, собственно, примерно такого вот планета. Смотри, это армейские штаны, $100. Это Василовские, тоже армейские, там, $60, $50. Это я знаю, что, да, эти там на eBay это все продается. Вопрос, то есть, как бы... Твоя вот эта, по-моему, нет? Я не знаю. Может, это, я не знаю. То, что примерно одинаково выглядит. Хороший, примерно одинаково. А? Знаешь, очень по-разному. Я был разобьюсь. Но я перепаял, когда микрофон перепаял. Связь, оно обычно по Афенк рации, как и везде. Вот. У меня там есть Афенк, есть Моторол, цифровая. Но цифровой мы не пользуемся. Мне надо, чтобы как бы одна связь была. Да, но лучше уже сразу делать цифры брать. Надо, у меня Моторолы просто лежат. У меня есть Моторолы, но... Нужно единую, чтобы она со всеми командами. Так, в принципе, там по волнам. С Motorola у меня только одна проблема, она программируется только с компьютера. Если не могу, то профессиональную взял. Не, у меня стандартные. На 30 майлов. А по поводу этого... Нет, смотри, мы сейчас все перестали покупать в основном NPM, клон системы. Ну, это китайский клон, ПТВ-система. Тут все очень просто. А, это у вас вся ПТВ-шная? Это ПТВ-шка. И очень удобно. ПТВ-шка – это то, что шестеренки, все херни. Вот, я могу, у меня есть, например, цилиндр, вот, это 110. Оставлю другой, будет 150. Короче, объясню проще. Вот эта штука, она дороже, чем обычная. Да. Но здесь нет никаких запчастей. Это ПТВ-шки были придуманы для тренировки смазок. Да. Они, короче, такие же страгильные, но здесь для замены, то есть вот меняешь цилиндр, все. Там не нужно для шестеренки, которая тебя срезает, не сломает, заклинивает. Есть верхов, очень простой. Цена их была всегда дороже, чем обычно. Да, смотри, вот эта штука стоит там примерно $300. Китайская, да. Анки, я знаю, я еще потратил так. Я поменял столик, поменял ход, поменял электронику. Ну и все. Ну, это точно на минимальный. Не, ну слушай, ты дешево. У нас тут рожки по $700. Ну, короче, здесь это есть на этом, на Эрике можно купить.
Надо будет по консоли. Ты мне скажи другой вопрос по поводу пулеметов и снайперов. У вас как там в команде? А? По поводу пулеметов и по поводу снайперов. У нас Алекс снайпер. Ну, у него это с него приехал. А, да. Это газ. Yeah. Oh no, it's a M4. So it doesn't matter what the model is, right? No. Before, but before I used 5 years, a Ser 25. Yeah. Oh, electric, not gas. Yeah. With, oh, so that's, yeah. So yeah, I usually have this set up for DMR. For Marksman, it's gas is much better. Yeah. What about yeah, speed? Yeah, this is a fusion. I think right now, 400 фит в секунду. Это примерно 130 цилиндров. 140, 20-40 дает где-то... If you have no cap on money, get a Sistema. А? No. Sistema is... Везде хронит, достаточно жестко. How much? I don't know. How much is Sistema? Sistema is very... Sistema is the best. Пойдем. This Fusion is the price. Вы хотите видеть, что в городе Нью-Йорке запрещено иметь Airsoft оружие, в принципе. Это в каких каунтах? Во всех пяти, во всем Нью-Йорке. Не знаю, я бы нажал. Иметь запрещено или носить? Иметь запрещено. Там же, в принципе, никакого оружия. Даже да? Реплику. Даже реплику нельзя. То есть, она должна быть какой-то там ярко-там оранжевый цвет. А, ну если есть оранжевый, то можно, то есть, да? Она вся, у тебя должна быть вся оранжевая. Не насадочка. Не насадочка. Я поэтому вожу как. Чем хороша система? Она разбирается на части, ну, как и настоящая. И формально, с юридической точки зрения, это не реплика, а набор деталей для аэрософта. Это как же с охотничьим ружьем. Когда ты едешь, ты его разбираешь. Смотри, тут еще дело в том, что я живу в Насау. Мне в Насау можно иметь настоящее. Нет, там можно, да. Если ты не в городе, то ты... Называется